Здравствуйте, здравствуйте. Смотрите, какая у нас красота в лесу. А, птичка там полетела. Думала, заяц. Идем в лес. Ну, идем-то мы, как всегда, на дачу. Помашем уж. Вот. Я уже-то давно не была, потому что дожди, каждый день дожди. Это что-то страшное. Муж что там ходил несколько раз, говорил, что есть места, что чуть ли не вплавь, что ты меня тянешь. Ну, посмотрим, может, грибы увидим. А то грибной сезон у нас отодвинулся в этом году. Что-то совсем никак не начать. Ну, грибы это прошлогодние были, но это ж не этот сезон. Ну, все побежало. Если будут грибы, покажу. Вот такие дороги сейчас в лесу. Видите? И дождь начался. Вот так синоптик обманывает людей. Должен был вечером быть. Ну, не знаю, пройдем. Ну что же, какие по дорогам сейчас, короче, никак не пройти. Только по самому лесу, боковушкам. Роскошь. Земля уже просто не впитывает воду. Это что-то страшное. Каждый день дожди. Такой весны не помню. Не помню. Вон какие красотули растут. Что хочешь в лесу сейчас? Прошлись. В этом месте мы 2 года подряд собирали строчки гигантские. Сейчас или холодно было, или, может, грибница будет отдыхать на какой-то период. Потому что часто так бывает, что собираешь в одном месте, потом они исчезают, тот вид грибов, и в другом месте. Так что и сегодня не откроем сезон. Но пойдем еще в одно место. Наверное, холодно. Холод, дождь. Вот, чтобы вы понимали. Идем как. Ищем, где по суше и где можно пройти. Вот сейчас муж палку будет, наверное, класть. Это кошмар. Птичи зато, птички поют. Уже листочки распускаются, ветреницы вон растут, сколько много. А мы еле ползем. Что только не встретишь в нашем лесу. Какие хочешь цветочки. Душа радуется. Птички поют. Если бы еще дождя меньше было. Опять под дождь попали. Да, кошмарики. Видите? Какая роскошь. Какая роскошь. Ковер из живых цветов. Где еще такое увидишь? Цветочки радуют. Грибы не порадовали, зато цветы какие хочешь. И дождь опять, надо бежать. Грибов нет. Пробираемся как можем. Кругами. Чё? Видео записываю. Чё? Так что
Красота, конечно, но прохладно, влажно, солнца нет. Спасибо большое всем, кто заходит к нам, смотрит наши видео, подписывается. Мы всем очень рады. Ой, немножко расстроена, но пошла специально, потому что и как здесь пройти, потому что хотела посмотреть на траву. Черноголовка, синяя головка, на нее говорят. Думала, она уже зацвела, но она еще не зацвела. Где-то так через недельку. Думаю, буду рвать ее. Ну и хочу на даче одуванчиков накопать, нарвать. Так что польза от похода этого в любом случае будет. Всего хорошего. Спасибо. Еще раз здоровья всем и мира. До свидания.